Здравствуйте, дорогие садоводы, посетители нашего сайта «Садовый мир». У нас с вами уже хорошее общение очень идет при помощи ваших комментариев, которые вы оставляете на видео и вопросы задаете. И вот вы просмотрели наши видеоролики про защиту растений с помощью биологических препаратов. И уже несколько таких, можно сказать, гневных высказываний прозвучало, что не действуют ваши биологические препараты. На самом деле, надо, во-первых, понимать, как они действуют, эти препараты, в отличие от химических, и, в общем-то, правильно тоже их применять. Вот биологические препараты – это в основном препараты профилактического действия. То есть не надо дожидаться, когда вот на вашей розочке вот так все будет облеплено тлей. Вот, да? Вот увидели только первые буквально самки-расселительницы, даже еще с крылышками там появились на них. Вот в этот момент и нужно опрыскивать. Тогда я вам гарантирую, что вы сможете обойтись только биологическими препаратами. И другая никакая химия вам не понадобится. Это первый момент. Второй момент. Вот когда у нас садоводы опрыскивают химическими препаратами, вот некоторые настолько сильные, что если какая-то мушка попадает в поле вот этого распылителя, разбрызгивания, да, и прям падает это бедное насекомое тут же. И вот садоводу как это все нравится, да, вот какой сильный препарат, я его прям сразу прихлопнул. А когда вы опрыскиваете биологическими препаратами, вот я, например, пользовалась фитовермом, всегда на розах пользуюсь фитовермом. И видит садовод, что тля-то опрысканы, но она шевелится, она остается живая. Дело в том, что вот эти биологические препараты, они, в общем-то, такого щадящего действия по отношению еще к полезным насекомым. И вот такого быстрого эффекта не происходит. Полезные насекомые у нас чем питаются? Тлей. Вот. Они не поедают вот эти вот листочки, которые мы с вами набрызгали какими-то ядами, да? И поэтому они успевают улететь, наши полезные насекомые. А тля, она остается живая, но после опрыскивания биопрепаратами они перестают питаться. И вот на третий день наступает гибель. Я в своем саду проводила неоднократные эксперименты, специально смотрела, погибает ли моя тля. Вот на этом побеге тля была. И если вот сильно камеру приблизить, даже можно увидеть, вот что после нее осталось. Вот вы видите, это вот засохшая уже тля. Это было все обработано фитовермом. Все здесь уничтожилось. То есть биопрепараты не работают. Нужно просто набраться терпения. И вот этот денечек понаблюдать, как она бедная в последних агониях корчится, да, там от голода фактически погибает. Она перестает питаться после обработки биопрепаратами и все равно погибает. Так что, вот, дорогие садоводы, следующий препарат я приготовила для своей обработки. Это вот липидоцид. Кроме тли, на наших розочках есть еще такие зеленые гусеницы, которые выгрызают в бутончиках дырки. И вот цветы иногда уже распускаются с дырочками в лепестках. Это, конечно, не очень красиво, а некоторые бутоны вовсе не распускаются после того, как эти гусеницы в них дырки прогрызли. И вот я этим липидоцидом тоже свои бутончики побрызгаю. Вот здесь ампула, она растворяется в небольшом количестве воды. И вот с помощью такого опрыскивания я просто-напросто вот это все обработаю. И я знаю, что эти биопрепараты нормально помогают, только знайте об особенностях их воздействия.